Я выпускник МГУ, географ по образованию. И знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я снимаю мультики про фиксиков. И таких, как я, много. Таких выпускников МГУ, которые работают не по специальности. И тем не менее, все мы, и те, кто работает по специальности, и те, кто не по специальности, все мы страшно благодарны нашей альма-матери. Благодарны все, а вот выразить благодарность могут немногие. Вот Валдис Пельш решил выразить свою благодарность. Он снимает благодарный фильм об МГУ. Я вас призываю, зайдите на сайт planeta.ru, введите в поисковой строке МГУ и поддержите этот благородный проект. Давайте выразим свою благодарность нашей альма-матери.